Всем привет! Ну вот сижу я в такой красоте, красоты мне привалило, и вся в растерянности, что с ней делать. Как я говорила в прошлом году, если уж болеем мы такой болезнью, как архомания, то лучше себя не сдерживать, если нам хочется какую-то новинку, потому что потом это сдерживание выливается в какие-то невероятные, неосмысленные покупки, как, впрочем, вот это моя сейчас. Получила я сегодня посылочку от теплицы итальянской Джулио Целандрони. И что могу сказать? Очередные неожиданности и удивления, ну и очередная порция красоты. Вот нет такой орхидеи, которую я очень хотела. Вот если первую покупку я сделала в этой теплице, там были более половины орхидей, которые я когда-то искала, хотела и получила, я была просто счастлива, то сейчас все они замечательные, все они могут быть, но чтобы так вот очень-очень-очень, наверное, нет ни одной. Очередной дубль филиппиненсис. Все мне никак не везет на филиппиненсис, но тут такие вот крылья, хотя их опять только три. Но надеюсь, что с этим я уже не буду делать ошибки, и все-таки будет у меня в конце концов филиппиненсис. Ну и из дублей есть у меня вот такая вот красавица Фрэнсис Фокс. Есть у меня, да, растет на улице, но хотела я еще одну, и так как я очень хорошего мнения об этой теплице, я думала, что придет побольше, возможно, когда-то цветущие. Но, тем не менее, кустик тоже неплохой. Вот новый ростик, он тут имеет второй листик. Хотя здесь все бульбы однолистные. И, может, это хороший знак. Так, очередная красная котлея. Уж у меня этих красных. Но ничего. Что здесь интересного? Вот новый рост. Тоже у него вот второй листик. Она двухлистная, хотя вот здесь вот и однолистная. Неизвестно. И такая, и такая. И это как раз мой размер, небольшой, небольшая такая розеточка. Вот есть такая, я ищу энциклию Марию уже сколько, и у меня все никак не получается, мелькают сеянцы, а я бы хотела немножко побольше, хотя уже можно было бы купить и маленькую, она бы уже и выросла, наверное. Так вот, у этой проктволы, прокатоволы, цветение очень похожее. Такая вот она, маленькое компактное растение, что не может не радовать. Вот нашла я рост, который уже цвел. Здесь у нее уже довольно взрослый новый рост, и кто его знает, кто его знает. Это, конечно, плюсик, мне нравится. Посмотрим на цветение. В чем я сомневалась все время, пока посылка ко мне шла, она действительно неделю, хотя заказана была 2 недели назад, и вот неделю в дороге. Италия, плюс 33, вот, к сожалению, на листики очень нежные, и вот такие вот повреждения, и видно, что это свежее от температуры. Вот, например, тут еще даже пятнышко не высохло. Так вот, за что я больше всего себя ругала, так это вот за этот хизис. Хизис.
Посмотрела я у Свети Кахизис, а он такой огромный. И думаю, Лена, зачем он тебе нужен? А ко мне пришел, смотрите, ну совсем манюня. То ли это молоденькое растение. Посмотрите, сколько бульб. Так. Наверное, молоденькое просто, потому что я цветения не вижу. Два новых роста, вот. К сожалению, поврежденными, да, листиками такими. Но, тем не менее, мне понравился размер этого растения. Вот такой вот хорошенький. Так, хизис. Какой хизис? А хизис вот такой. И у меня еще остались три фаленопсиса. Вот такой вот красивый, шикарный фаленопсис. Не знаю, чем он меня впечатлил. Конечно, после таких температур тут ничего не видно. Вот так вот он цветет. Зато здесь вот какая красота. Один цветонос, другой цветонос, видите, с ответвлениями. Третий цветонос и четвертый цветонос. Четыре цветоноса. Взрослое очень растение, прям такое, прям большое-большое. С шикарными корнями. И это кросс Cornus Evi, красный, тот, который темный, на специозу. Красивый куст. Так, еще один Cornus Evi, тот же темный, только на виолонсею. Здесь цветочек уже крупнее. Но сейчас не сильно будет видно его красоту. И у нас здесь тоже вот два маленьких цветоноса. Но тут такие вот змеи. Просто-просто вау, гиганты. Знаете, это будет из в стиле тетрасписа. Cornus Evi с такими длинными-длинными пагонами. Так, ну и третий фаленопсис, тоже абсолютный гигант. Тут все сложно. И тут цветоносы, и тут цветонос, ой, и тут цветонос. И тут еще есть детка, и у детки тоже есть вот цветонос, и тут еще один цветонос, и одни сплошные цветоносы. Цветок на картинке красивый, здесь он немножко уже, так не люблю, когда цветы так раскрывает, ну вот такой вот он, такие вот. Ага, как замаскировали листик. Поврежденный, наверное, был. И так вот они его красиво срезали. И не видно. Да, красавец. Так вот. И еще одно счастье, которое было в этой посылке, о котором просто даже не знаю, что думать. Вначале я вам покажу, как я себе представляла этот кустик. Подождите. Ага, вот открыла. Я на компьютере. Такая вот лоэлия. Анцепс. Видите, какой маленький-маленький, компактный кустик. Шаг от бульбы до бульбы. Просто в одном месте. А сейчас я покажу вам, что ко мне пришло. Просто крокодил. Он уже стоит на улице, потому что в доме уже нет места. У нас на улице страшный ветер. Кстати, вот мои ванды тут стоят. Вот такая вот у нас уже есть стрела с цветочками. И сейчас мы на улице посмотрим на мою малютку лоэлию. Короче, вот такое вот крокодилище. Ох, посмотрите.
Смотрите, какой ветер у нас. Ух, даже вот не знаю, что думать по этому поводу. Так, цвел. Тут он тоже цвел. Тут он тоже цвел. Шах у нее просто гигантский. Смотрите, вау. Так понимаю, это было отломлено от чего-то. Бульбы совсем другие, такие тоже большие. Посмотрите, с мою ладонь длины. Высохшая. Последняя бульба такая вот странная. Странная. Получила она какое-то тут повреждение. Так, чтоб видно было. И она не развилась дальше. Ну, так выглядит растение здоровым, да? Здесь вот один у меня лист, здесь один лист, а здесь бульба была двулистная, это самая первая. Здесь уже есть какой-то зародыш, неизвестно, пойдет, не пойдет, должен, обязан. Ну и размер этого, конечно, мама дорогая. Если я рассчитывала хизиса большого и думала, куда я его дену, но то, что я вот получила, я это совсем не рассчитывала. Ну, короче, вот такое вот счастье. Так что, ребятки, не сдерживайте себя, а так по чуть-чуть. Завтра я, кстати, ожидаю еще одну посылочку. Ну вот, болейте на здоровье. Пока-пока.